Дальше мы с вами поговорим, за счет какого механизма хитозан создает оптимальные условия во внутренней среде организма. Представим, что произойдет с куском мяса, забытым на столе в жаркую летнюю погоду. Оно протухнет, а его запах привлечет массу мух, муравьев и крыс. Что же делать в этой ситуации? Купить мухобойку и начать бить мух? Или бороться с муравьями и крысами? Понятно же, что эти меры не решают проблему в корне. Главная причина – испортившееся мясо. Пока оно остается на столе, бороться с паразитами и вредителями бесполезно. Надо выбросить гниющее мясо и сделать обеззараживающую обработку. Потеряв источник манящего запаха, мухи и мыши исчезнут естественным путем. Так же происходит и в организме. Мыши и мухи являются метафорой болезней в человеческом организме. Если мы хотим, чтобы их не было, нужно добиваться чистоты внутренней среды, отсутствия гнилостных процессов. Если мы едим много мяса, реакция внутренней среды организма становится кислотной. А кислотная среда – это полное раздолье для вирусов и бактерий, для развития заболеваний. При приеме хитозана происходит смена кислотной реакции на слабощелочную. pH достигает показателя 7,35-7,45. Это лучшие условия для существования иммунных клеток. В таких условиях их способность бороться с вирусами и бактериями поднимается в 3-5 раз. Таким образом повышается эффективность работы иммунной системы.